Сегодня мы поговорим о науке. Вам когда-нибудь отгрызал руку голодный хищник? Может быть, кто-нибудь из ваших знакомых умирал под извержением вулкана? Нет? Скажите спасибо науке. Как говорим мы, ученые, хочешь жить? Занимайся наукой. Нет оптического квантового генератора, нет лазерной эпиляции, ютубчика и пары твоих знакомых. Можно пережить, но неприятно. Благодаря генной инженерии у гадалок наконец-то откроется третий глаз, а у стен отрастут уши. А еще благодаря ей появилась вакцина от гепатита Б. Нет вакцинации, вычеркиваем еще десяток имен из списка твоих знакомых. Как говорим мы, ученые, хочешь жить – занимайся наукой. Или хотя бы посмотри, какие занимаются другие.